Виноградари, я слуга от хозяина. Я хочу забрать у вас плод. А ты чё? Да. А кто это тебе так даст? А ты чё, не знаешь, что хозяева это мы? Да. Как это? А вот так вот. А ты тут пришёл, плод не дайте. Как дом вы так? Ай, дом, ай, не надо! Вот так, чтоб знал вот так. Виноградари, я хочу проверить, как на виноградном идет дела. Кто это меня разбудил? Какие такие дела? Отдыхаем мы. Ты что тут приперся, а? А, он, наверное, тумаков хочешь. Нет. Да, вот тут, на тебе, а вот на тебе, а так, вот так, получай, получай. Виноградники, я хочу проверить, как у вас дела идут. О, ух ты, так это же наследник. Да. Где? Во! О, так если мы его того, наши будут винограды. Точно. Попался, миленький. Почему вы так жестоко поступили с моим сыном? С моими слугами? Почему? Виноградари в темницу! Не надо, прошу вас, мы больше так не будем. Приносите Богу плоды.